Борис, заходи, собачки огорчение. В лесочке над речкой построена дачка, на дачке живет небольшая собачка. Собачка довольна и лесом, и дачей, но есть огорчение в жизни собачьей. Во-первых, собачку слегка обижает, что дачу высокий забор окружает. Ведь если б не этот противный забор, то с кошками был бы другой разговор. Ее огорчает, что люди забыли придумать собачкины автомобили. Собачка обиды терпеть не желает, она на машину отчаянно лает. Ей грустно глядеть на цветочные грядки, они у хозяев в таком беспорядке. Однажды собачка их славно вскопала, и ей же, представьте, за это попало. Хозяин собачку за стол не сажает, и это понятно, ее обижает. Не так уж приятно приличной собачке сидеть на полу, ожидая подачки. Но дайте собачке кусочек печенья, и сразу закончатся все огорчения.